Приветствую зрителей своего канала. Сегодня будет треска с картошкой. В общем, смотрите, налил я вот столько воды. В общем, тут может быть стакан, может быть половина. Не принципиально. Беру вот столько соли. Вот так вот перемешиваем все это дело. Перемешали, да? Потом берем, открываем соевый соус. И сколько ложек мы? В общем, раз ложку. Потом вторую. Третью. Третью, да? Можно три ложки. Ну, чтобы повкуснее было. Пять ложек. В общем, смотрите, вот так вот все перемешиваю. И соль тоже, чтобы она вся перемешалась. Рыбу я порезал вот на такие кусочки небольшие. Сами режьте, какие вам больше нравятся. И все это, смотрите, заливаю. Полностью заливаю. Будет у меня сейчас настаиваться полчаса, 30 минут. И в дальнейшем я сейчас почищу картошку. Так вот это вот, чтобы прям рыба вся в себя впитала полностью все. И почищу картошку, порежу, буду готовить ее в духовке полчаса. И потом на картошечку положу уже вот эту вот рыбку. Она сейчас у нас промаринуется. Вот тут вот. Вот. Шикардос прям, да? Все, я оставляю, в общем, я. Взял, почистил вот столько вот картошки. Сейчас я ее порежу буквально. То есть, чтобы не мелкие были. Вот так вот. Вот такие вот кусочки. В холодной воде пусть полежит. Пока печка сейчас будет разогреваться. Чтоб немножко крахмал вышел. И будем продолжать. Уверяю вас, вот в своем соусе очень-очень вкусно получается. Я вот попробовал один раз. И вот мне теперь очень нравится. Буду по возможности делать. Очень вкуснятски. Советую всем. То есть буквально немножко соли. Не надо всякого заниматься всякой ерундой. Вот соевый соус. Соль. И вода, и все. Воду я, кстати, взял очищенную через фильтр. Надо как-нибудь буду менять фильтр. Сниму вам обзорчик, как это делается. И как делаю все это я. Так. Картошечка у нас уже последняя эта картошечка. Надо в магазин будет идти. Всю картошку истратил для жарки. Ну, принципиально тут. Ровно, неровно режем. Как порезали, так и поедим, да? Так вот, налил масло, чтобы закрыто немножко было дно. Высыпаю я картошечку всю эту нашу. И сейчас будем перемешивать, чтобы картошка была вся, ну, то есть на себя немножко взяла масло, впитала. Ставлю в духовку на 200 градусов. Ранее, то есть зажег, но сейчас она открыта. Понятно, что тепло все вышло. На 20 минут. И потом в дальнейшем открою и также всю ее полностью перемешаю. Все перемешаю картошечку. Будет все очень шикарненько. Вот, вот столько вот у нас получилось. Смотрите, как картошечка проросла. Я еще картошку буду садить. Но так как у меня там много больно, вот эти три я сейчас почищу. Положу побольше будет. Ладно, уже перемешивать не буду. Все равно потом все ставим в духовку. Вот эти вот единственное. Сейчас еще
такие вот кусочки пополам порежу. Так, ребят, прошло 10 минут. И в общем, сейчас я ее все-таки чуть пораньше так вот мешаю, чтобы она вся в масле была. И сейчас ставлю ее на 20 минут ровно. Вот так вот. При температуре 200 градусов. Так, ребята, ну что, 30 минут прошло ровно. В общем, смотрите, что я делаю. Немножко сейчас посолю. Либо хотя у нас тоже немножко солено, но все же. Так, и сейчас перемешиваю. Давайте перемешаю всю эту картошечку. Она уже почти, почти, можно сказать, сделалась. Все. Вообще, да, шикардос. Что, еще оставляем, да, минут на 10, наверное, а потом рыбу кладем или как? Да, я думаю, что тогда она, наверное, сухая вообще будет. В общем, надо сейчас рыбу класть. 10 минут я делал, да, готовил. Потом перевернул ее полностью. И полчаса все это делал при температуре 200 градусов. 200 градусов. Так, все, давайте, знаете что? И сейчас кладем рыбу. Давайте сейчас положим рыбу прямо на картошечку. Смотрите, как все это дело будет. Как это будет все симпатичненько. Так. Единственное, жидкость я отжимаю. Отжимаю с рыбки. Потому что еще все равно рыба даст этот сок. Вот. Мелкие эти. Сюда положу, чтобы не сгорели. Вообще, как оно все выглядит. Прям четко. Вот такую рыбку с такой картошечкой. И чарку выпить не грех, да? Напишите в комментариях, как вы думаете, с чаркой дела обстоят. Так. Сейчас посмотрим. В общем, рыбу будем делать. Сколько минут? 30 минут будем делать. Итого получается у нас час. Ну, то, что там 10 минут, так оно вначале не особо так прям уж ощутимо. Потому что не особо ощутимо. Что я там перевернул, да, оно все перевернул, да. Получается, что духовка, то есть весь жар оттуда вышел. Так, ну все. Вот так вот, да, все ровненько. Да, все нормально, все шикардос. Так, все даже отличненько. Все, ставим в духовку на 30 минут. Также при 200 градусах. Так, ребят, прошло у нас 25 минут. Сейчас я кусочек рыбки возьму, попробую. И знаете, что я хочу добавить? Я хочу сырку вот так вот натереть сверху. Пишите в комментариях, как вы думаете, отлично будет это дело или не особо. Ну, сейчас я поставлю еще на 5 минут в духовочку. Сейчас еще картошку несколько возьму, тоже попробую, как там у нас с картошкой дела обстоят. Вообще, да, выглядит как это дело суперски. Даже выглядит все симпатично. Так, берем сейчас картошечку. Вот отсюда. Вот эти вот. Картошка сделалась. Конечно же,
Так, ну все, и ставлю опять на ровно на 5 минут. Так, ребята, прошло у нас 3 минуты. Вытащил, я попробовал. Приготовилась у нас и рыба, и приготовилась у нас и картошка. Единственное, что так как это треска, то есть она сама по себе суховатая. Поэтому вот сверху я решил добавить майонезика. Пускай она сейчас, в общем, майонезом пропитается. Понятно, что майонез растопится в масло, превратится. Но майонез пройдет через этот, через рыбу. И будет она у нас немножко посочнее. А то оно так реально суховатое. А так все, все уже приготовилось. Можно реально уже абсолютно есть. Так что все. Сейчас ставлю ровно на 5 минут. И еще прошло у нас 7 минут. В итоге, кто смотрел внимательно ролик, напишите, сколько всего готовилось по времени картошка с рыбкой. Сейчас вот эту вот попробую. Должна быть сочная. Вообще, да, бомбически смотрится. Все очень вкуснятски. А вот сейчас рыба стала очень-очень сочная. Она аж прям, видите, аж такая мягкая, разваливается. То, что майонез пропитал ее, то есть, видно, выделилось масло и пропитал. Вот такая рыбка получилась. Это с тем, что я вообще не учился и не умею готовить. Первый раз в жизни приготовил на такую вкусняцкую рыбку. И плюс она промариновалась, картошка, все-все приготовилось. Все, всем спасибо. Пишите больше комментариев. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. И напишите в комментариях, сколько по времени в итоге готовилось. А если кто напишет подробный рецепт, то закреплю этот комментарий ваш.